двухстворчатая дверь от компании Monolith. Это офисный вариант двери. Что его отличает? Выполнены глухие ручки, как с внутренней, так и с внешней стороны. То есть они не нажимные. Замок нельзя открыть от ручки. Он будет открываться от контроля доступа. С внешней стороны будет установлен картоприемник, картосчитыватель. С внутренней стороны кнопка выхода. Будет установлен доводчик, который будет постоянно закрывать дверь. То есть человек подходит к двери. Будет установлена панель вызова, то есть он либо вызывает, нажимает кнопку вызова, либо проводит картой. В таком случае, то есть происходит сработка замка, он открывается. То есть в таком режиме замок работает только на вот эту вот собачку. В ночное время суток, то есть дверь будет закрываться на полные 4 полуоборота. И кроме этого будет фиксироваться верхняя и нижняя часть тягами. Дверь выполнена даже при двухстворчатой конструкции в очень хорошем защитном варианте. Это реализовано за счет того, что вот эта створка, она сделана максимально жесткая. Здесь большое количество металла набрано. Вот эти вот части шпингалета тоже подобраны максимально прочные. Они доработаны, выполнены из нержавейки большого диаметра. То есть они блокируют эту створку. Но даже на самом деле, если удалить эти шпингалеты, то есть за счет того, что вот здесь выполнено так, что ригеля пронизывают по два отверстия, каждый ригель пронизывает, скажем так, в обратной части своей, то здесь будет залом ригеля происходить, и даже убрав эти шпингалеты, дверь будет максимально заблокирована. Идут отверстия под сигнализацию, большое количество точек крепления. Здесь идет беспроводная контактная группа. Никаких проводов, ничего не видно. Вот такая вот дверь. Это офисный вариант двери от компании Monolith.